Вон там какая-то тупая шкура со своим отпрыском гуляет, мешает велосипедистам ездить, блядь. Здорово, бандиты, проснулись уже, собрались, сейчас возьму свой лесопед и поедем в Минский скейт-парк на Столетово-1, чуть-чуть там раскатиться и засниму еще спот-чек этого скейт-парка для вас. Короче, погнали! Чтобы зайти в метро, пришлось разобрать велосипед, потому что минские метрополитенщики докапываются, что бимиксеры портят им в метро плитку, поэтому будем как багаж вести велик. Уже подхожу к скейт-парку, сейчас сниму спот-чек этого скейт-парка и потом чуть раскачу на его фигуру. Спот-чек будет другим видосом, так что я думаю, что он скоро выйдет. Кстати, вон он, скейт-парк уже. Одни самокатеры сидят, вон один бэмер, второй бэмер, там вот на разгонке третий бэмер, и все, все остальные дети и самокатеры, капец. Сегодня откатали, просто покатался в парке, прикатался к фигурам, а завтра уже приеду, подделаю какие-нибудь линии прикольные, посмотрим, что-нибудь придумаю. В общем, вечером пойдем по Минску гулять, там, скорее всего, будет отдельное видео, там поснимаю чуть Минска, чтобы не пихать это все в видео с катанием. Будет, скорее всего, отдельное видео там про метро, там про город, там всякую фигню такую. Короче, если надо будет, то посмотрите следующее видео. Все, давайте, до завтра. Да, ну там какая-то тупая шкура со своим отпрыском гуляет, мешает велосипедистам ездить, блядь. Врезался бы в нее и скинул бы в это море, короче. Так, ну что, приехал в скейт-парк, снова сейчас разомнусь, одену защиту и пойду поделаю каких-нибудь линий, которые вчера не смог сделать. Короче, пизду. Обычно приехав в Минск, попадаю на летние каникулы, одни самокатеры. Вон один малыш, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Бля, у нас в Гродно столько не катается, сколько здесь сейчас одновременно находится.
Надо в iBike подать жалобу, чтобы они прекратили продавать самокаты. Минского парня для байк, для спотчека. Сейчас вы их увидите, короче. Ты жив? Ладно, ребят, короче, у меня сдох аккумулятор на камере, поэтому что успею еще заснять, то успею. Но, наверное, на этом видео, короче, уже и закончится. Пиздец, блять, вовремя. Короче, заснял еще напоследок пару трюков, сделал алиуп этот трансфер и пятеру корявую, и 270 на вкат, ну хоть что-то напоследок, я еще на флай полетаю и все.